Совещание стало третьей по счету встречей участников ядерно-инновационного кластера. Ядерно-инновационный кластер был официально признан одним из 12 победителей всероссийских территориальных кластеров, с чем вас поздравляю. Вошел в число пилотных кластеров, на которых будет опробирована методика поддержки территорий в целях развития и реализации их научного потенциала, производственного потенциала. Сейчас основной целью Совета кластера является координация действий и реализация уже намеченных проектов. Мы знаем, что исторически для создания кластера основанием послужило наличие на нашей территории трех проектов. Проекты, о которых шла речь на совещании, это строительство Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии, проект развития НИИ атомных реакторов и создание в городе филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Подготовительный период на сегодняшний день успешно пройден. Впереди большая трудоемкая работа. К такому выводу пришли участники совещания. Татьяна Елисеева, Анжелика Барвинок, новости Димитровграда.